Sağda bir duruyor. Bir Давай, Также вами нарушены санитарные нормы и правила, указанные в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года номер 9 и от 22 мая 2020 года. Ребят, ответственность, знаете, какая нести на ответственность? Мама просила вот их прийти сюда поснимать. Не, она не просила. Ну ты же сам сейчас мне сказал. Что занятие? Нарушение правил проведения публичного мероприятия ведет за собой соответствующим действующим законодательством ответственность. А вот, я прошу вас... На войны! На войны! На войны! На войны! На войны! На войны! Присутствующих, которые здесь сидят, не хотят выступить поддержку Навального, смотреть вокруг и чтобы если дети появятся, несовершеннолетние студенты, чтобы в этой акции они участие не принимали. Для них, я полагаю, вы все люди взрослые, ответственность в том числе, вы, ну какую моральную ответственность, несовершеннолетних. Вот я вам ответственность объяснил, вас и ваших родителей, чтобы больше вы здесь никогда не появлялись. Ясно? Все, ребят, давайте. Пусть я тебя верю.
он не боится, и мы не боимся. 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 Он не боится. Свободу Навальному! Ментов сгоняют в центр, короче, чувака. Росгвардия ебошит. Конституция Российской Федерации разрешает собираться мирно и без оружия. Митинги и шествия разрешены в нашей стране. Уведомительный характер. Статья 31 Конституции Российской Федерации. Можно. Вы тоже задерживаете женщину? Вас задерживают? А? Вас задерживают? Нет? Нет?